Народ, всем привет. Вот я сегодня вернулась, одну загрузку сделала утром оттуда с ярда. А сейчас такое солнце, ну, целый день, и вообще, наверное, вся неделя обещали такое солнце. Вот. Прям небо голубое, вот. Небо, время 15, это 3 часа 10 минут дня. 15:10, и это, вот такое солнце вообще... Вообще все синее, это. Я про что говорить хотела. У меня, я же руки мою постоянно. Тут то я стараюсь не трогать, и почты сейчас вообще вот. Почты, если приходят, у них теперь за что вообще росписи нету. Роспись, ну как бы они теперь фотографируют две, что ли, я не знаю. Мне кажется, они ничего не это. Просто не просят ни расписаться, ничего вообще. Бесконтактная система, и слава богу. Я всегда раньше мыла руки после всего, мало ли что. Любой вирус, даже грипп опасен. Что-то сейчас муж мне это говорит. Я говорю, ты говори, я в другой комнате, он бодишоп это собирал, он говорит, вот. Идея того, что самоизоляция, это не то, что его, если человек себя самоизолирует, значит, этот вирус может как бы, ну, он, его остановить нельзя, так как он есть уже, и эта штука опасная. В общем, это для того, чтобы НХС, ну, медицинские службы, если не дай бог что, чтобы очень много людей, человек за, ну, за в одно и то же промежуток времени не заболели. Потому что там не подготовлены страны, и все, и очень опасно. А так, если не дай бог, вот не дай бог что, самое главное, всем здоровье, там под вентиляцию людей ставят, дают, это же как бы... Легкие, и там нужно вентиляцию легких, и чтобы. Ну, вот я дай бог, что дай бог говорю, что всем здоровья и все. Вот такая идея самоизоляции, чтобы. А я сегодня еще хоть да, чтобы, ну, в один момент, вот в один промежуток времени, очень там миллионы людей, не дай бог, в одно и то же время не попали, потому что всем не хватит помощи, увы. Вот вместо того, чтобы миллионы тратить на всякую ерунду, там на. Богатенькое государство, на богатенький там какой-то прайм-министр, который ничего не делает. И они там какой-то бешеные цены, и эти бешеные все зарплаты получают. Их где-то там, в общем, налоги они не платят, еще что-то они не платят. Я вообще это не понимаю. С них чуть-чуть срезать с одного, и миллионы человек, обычных людей хватит. И также точно с идеями. Давно бы уже, если такая зараза, не только этот вирус, а любой, не дай бог, любой другой. И уже давно изобрели вместо того, чтобы на Луну летать. Оставьте вы вещи Луну, всех животных, все остальное в покое. Иначе вот планета и отвечает всякой вот этой вот штукой. Вот. А вот это вот, я говорю, у меня я руки постоянно жмою. У меня уже одна рука, вот это не так, а вот эта вот рука левая, прям вот сухая. И вот это бодишоп. Бодишоп, у меня много там целая банета, наверху я все не принесла, в общем, это называется Pumpkin, Vanilla Pumpkin, Softening Body Bath, а? 200 миллилитров, их во всех в них, я принесла 5 штук, еще боди, как его, йогурт, вот этот вот strawberry, клубника, вот этот вот йогурт, он как желе, тоже очень хорошо помогает. Некоторые уже дизайн поменяли, некоторые, я не знаю, вот некоторых вообще не купить сейчас. Хотя вот они сейчас, если в магазине, например, не купить hand wash, чем же руки моют. У меня, например, слава богу, потому что я все скупала, как мы покупали, 100 кап, так и есть. Вот это, например, вот Antibacterial Radox, у меня очень много всяких. Я долго не буду показывать, у меня 29 минут. У меня много. Надо было сразу подготовить. У меня тут куча мала всяких. У народа нету. Даже двух-трех, а у меня столько всего. У меня куча мала. Я сейчас разберу. У меня все попадает сейчас. Вот только половина, а я две одинаковых взяла. Вот такой. Сейчас там ничего нет. Ни одного вообще на полках. Ни одного. И потом, вот если они, например, говорят, что люди только могут по 3 позиции всего купить продуктов. А это, мне кажется, что это дурацкая такая идея. Понятно, что всем тогда не хватит, если они опять скупать начнут. Но
Если человек только по три позиции, например, у кого вообще запасов нет, то он через два дня опять туда пойдет, и у него будет гарантия еще больше, что он подхватит эту заразу. В общем, тут неизвестно, что лучше. Ой, вот такое есть хендвош. Они большие, тяжелые, по 500 миллилитров. Миллилитров, да. И здесь календула. Очень весовые такие, увесистые они. Так, это у меня здесь стояло. Каких только у меня нету. Ну, пожалуйста, куча мала. Все еще вот эти. Найс, это Lidl. Вот этот. Вот этот. Сиен у них компания есть. Вот эти вот тоже по 500 миллилитров. Lidl. Это жидкое мыло. Это лаванда и розмарин. Очень красивый дизайн. Это груша и персик. Марабель, груша и персик. Вот такого, по-моему, там нету сейчас уже. Они у них появляются, потом опять раскупают. Появляются, опять раскупают. Это перед заболеванием было. А сейчас вообще ничего, наверное, нет. В общем, Баби Шоп. Вот это вот пампкин, это тыква. Это раритет. Сейчас уже нету. Очень хорошо. Раньше был тыквиол в России. Я помню, когда там прыщи у кого, еще чего. И там масло тыквенное. Пахнет очень вкусно. Здесь все натуральное у них в этом бодишопе. Они, конечно, дорогие. Я в России посмотрела, там по 1000 рублей одна такая штука. Тут-то, конечно, много дешевле. Скидки есть. Но смотрю, в России тоже скидки есть, слава богу. Вот это один. Это у меня вообще весь... Это у меня очень эти все давнишние. Амонд. Как начинаю думать, как называется, как перевести единичные слова... Это мед, и вот это забыла, как называется, орех. И это для сухой кожи и для... Сейчас у меня все там рухнет. У меня вот эта вся целая штука, а у меня там завал всего. Washing up этот. Для это, ну, для washing up, это чем посуду мыть. Вон полно. Раз, два, три, четыре, пять. Сколько там еще нету? Потом эти мочалки, вон пакеты для мусора. Пакеты для мусора здесь бесплатно выдают, слава богу. Вот это тоже вещь. Мед и... Забываю, как орех называется. Миндаль. Во. Миндаль. Вот это. Вот это вот. Сейчас такого нет. Это уже, сколько я, 2 года, что ли, назад покупала. Это для сухой кожи. 24 часа увлажнения. Ванил. Ванила, экстракт ванили из Мадагаскара. Вот это ванила-чай. 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 Это новогодний, наверное, выпуск был. Не, наверное, точно. Сейчас я уже... Они, конечно, меняют, но я этого давно уже не видела. Вот эту я стараюсь не открывать. Я стараюсь не... Потому что она даже не открытая, чтобы туда больше кислорода не попадало, особенно... Вот это вот для, я не знаю, я им просто аккуратно мажу. Это масленичная такая масляная основа. Это камомайл, это ромашка. Экстракт ромашки из Норфолка, Англия. Отсюда, в общем. Вот, это такая банка 90 миллилитров. И она можно, если там макияж остался, еще чего, просто для успокоения, там увлажнения, она увлажняет. Это как масло, просто белое такое масло. Вот так, сейчас покажу. Сейчас покажу. Так. Давно я очень вкусно пахнет. Очень вкусно, как ромашка натуральная. Прям целое поле ромашки. Вот. Вот это такое маслице. С ними, если аккуратно обходиться, то очень надолго хватит. Это олива. Сейчас тоже нету. 72 часа увлажнения. Здесь все натурально, никакой заразы. Если вот, например, какие раздражения есть, там что порезалось, или если кожа сухая, она будет, ну, как бы, вот так вот, как называется. Ее как бы и щипет, и все, если пойдешь там умываться, и все. А вот ни одна из этих, вот там другие какие-то там эти, для тела, гели и все остальное. Ничего, они не щипят, ничего. Все там натурально, очень хорошо увлажняет. Прям сухие руки, кошмар какой-то у меня.
У меня были руки вот здесь сухие, на вот здесь вот постоянно. Я потом, и уже всю жизнь у меня, ну, эти места были сухие. Мне сказали, что это из-за группы крови, все. Но потом я стала вот этими бодишопами этими для гель для душа и все. И тфу-ту-тфу, оно ушло, слава богу. Вот это вот, ну, это хорошая просто компания. Но они могли, конечно, подешевле все делать. Пахнет травой. Очень сложно описывать эти. У меня вот так вот, не вот эти все не начатые, вот это вот. Пампкин у меня запасная, это не начато. Вот. Я их храню просто, это. А вот эти вот, они так вымазаны. И вон там еще одно есть у меня, пич. Персик. Вон у меня стоит такой же. Я хотела маме бандероль. Сейчас я ничего не буду посылать. Она сказала, не посылай. А они там тоже старенькие, кому там забирать. И в общем, мне бандероль вернули. Вон она стоит из-за того, что я послала 2 баллона дезодорантов. Баллоны сами посылать нельзя. Мне все прислали первым классом обратно. Бесплатно все прислали и письмо прислали. Объяснительное, почему, что вынули эти 2 дезодоранта. Остальное все прислали. Я им чаи послать хотела. Вот так. А это я даже не знаю, как описать. Вот это я немножко взяла отсюда. Это масло органы. Дикой органы. Я отсюда сзади читаю. Sublime Nourishing Body Butter. Их лучше вот кому чего, у кого жарко, там, я не знаю, вот их лучше хранить вот так стоя все. Потому что они могут, мне кажется, некоторые они так на таком угол у них такого, они не текут, ничего, но я так предполагаю, что я их лучше храню стоя. Вот это такой запах прям натуральный. Натуральные клубники. А потом эти баночки, у меня он муж под свои эти флешки, он там собирает музыку, все остальное, и он-то я ему выдам. И вот это, может, у меня вот это скоро закончится, я ему выдам. Вот так. Очень натуральное, вот так. Вот еще у меня пич есть, вон там, где говорила, что у меня. Вообще запасы вон это на для собачьи игры, это собачьи еды и все такое. Вон там в комнате еще 2 больших пакета по 30 килограмм, ему сухое, а здесь банки его мокрые, да, так называемые, wet meal. И там что еще? Так очень мало всего вон эти. Washing up. Сейчас не буду доставать, там все. Это вон желтого такой вошинап интересного цвета. Тоже синего цвета. Синего цвета. У меня желтого цвета есть. Это мы еще покупали, когда в Сафолк ездили. Вот это вот тоже Lidl у них. W5 называется. Вот такая у меня цвет. Он хороший. У меня, вон, игры куча мала. Сейчас они страдают, что они ничего купить не могут же. И нету действительно. А вот это вот какой-то новогодний выпуск. Надо было больше брать. Это очень дешевый вошиняп, хороший. Sainsbury's. Зимняя специя. Очень хорошо пахнет специя. Уж они на Новый год опять будут продавать. Дай бог выживем. Вот так. Такая елка. Так что, если говорю, что если вот так закупать, во-первых, ты не ездишь больше, чем положено. Бензин не тратится. Потом, что это такое? На footprint, gases and stuff. Что они сейчас думают, что это консорс, как бы, вот эти все выхлопы и все. Закупили больше, чем надо. Конечно, может, у народа денег, конечно, таких нет. Ну и вот. И потом на месяц, на 2 нормально. И народа меньше даже на улице. Надо этим заниматься. Было не когда вирус начался, а заранее. Вот это я маме хочу послать. Еще посмотреть, какие отсюда новые у меня есть. У меня же много. У меня 2 таких больших этих коробки больших. И вот. Вот это я готовлю послать. Это Vineyard Peach.
абрик этот, как называют, персик. Пахнет прям натурально, я думаю, надеюсь, что им понравится. Запах, они очень резкие запахи не любят. Там они поделят между там бабушки, дед может тоже будет мазать, бабушки и маме. Вот это я посылаю им, я еще вставать не буду. Он, пожалуйста, washing up, я говорю, сколько раз сказал. Он еще зеленая с алоэ есть, он у меня там вообще шоколадная какая-то есть, раритет. Я не вытащу, у меня пакеты вон там везде. Не вытащу. Сложно достать, там просто уже все заложено, две полки, они полностью заложены. Вот такие большие, сейчас пакет покажу. Например, вот, например, вот такие вот эти пакеты, даже смотрю, пакетов нет. Мы сами покупаем, вот те бесплатно их раздают, они синенького цвета, такие большие пакеты. Покажу. У меня тут на 100 лет хватит. Русские же наши всегда закупали. Вот эти бесплатно раздают, вот этот вот старый вариант, черный, это старый вариант. А вот эти новые, синие, вот эти новые, они бесплатно. А вот это вот у меня запас. Во, сколько. Еще ничего. И вот они 20 пакетов. Какие же они большие, 20 пакетов. Я их не использую, храню. Вот 20 пакетов. И так далее. Вон что много, куча мала всего. И так далее. Вон какой-то у меня этот есть еще. Блестки здесь. Прыгаю туда-сюда. Блестки вот в этом Бошинап, например. Ванили, это орхидея. Вот здесь блестки. Я не знаю, видно будет. Тоже 500 миллилитров. Большая штука. Так что нечего. Сейчас я никогда не нюхала. У меня пару таких сейчас. Пахнет ванилью прям натуральной, они блестки здесь. А ванну лучше мыть вот этим вошинапом для посуды. Просто чуть-чуть берешь, так раз, и она все отмывает лучше, чем что-либо другое. Вот этот вошиняп, любой вошиняп ликвид для посуды. И она весь как бы отмывает все, у меня все блестит, скрипит. Я пока не до скрипа не отмою, не это. В общем так, в общем, пожалуйста. Что только нету. Сейчас мне намазать, а сейчас думаю, сейчас опять я пойду руки мыть. Вроде пока ничего не буду мыть. Это пробовать не буду, сейчас все это намажу. Очень запаха, оно впитывается, эти фигули, все эти, впитывается хорошо. У меня аж даже вон дошло, вообще ужас, все сухое, не могу прям. В прошлом году мы зимой тоже так мыли, когда грипп был. Грипп у меня, по-моему, в том году отболела. Еще какая-то штука была. Он говорит, а может, у нас уже было это? Как бы не знаю, потому что в этом году, как вот не в этом году, а прям вот в середине, наверное, того года или в конце этого года. Но еще до того, как эта зараза началась, коронавирус. До того. У меня просто он начался просто кашель. И ни температуры, ничего, кашель просто. И достаточно долго. А потом эти вирусы, ты же не знаешь, откуда они на самом деле пошли, когда они начались. Это когда зафиксировано, они думают, что это вот оно началось. Хрен его знает, где оно и что оно началось. Понятно, что это от животных именно. Вот жалко. Может, они к животным будут более относиться лучше после, я надеюсь, после этого. Животные, я не знаю, вот только человек может быть таким вот гадом. Вот сколько я не думала, вот только человек. От человека только столько всяких вот этих потерь, всего остального. Все надо туда, надо сюда, надо вот это вот. В общем, человек бы успокоился бы, человек, ради бога. И все было намного лучше. Жил бы в мире совсем, дай бог, чтобы все у всех был мир и все остальное. Все ж... На самом деле все у всех есть, просто надо вот и жить, стараться жить мирно. Вот так. Какая красота! Прям я сейчас не буду я выходить, потому что собака уже проснулась, и он будет туда-сюда бегать. Вот.
Он сейчас поел, я его покормила, да, что-то. Ладно, я буду заканчивать, я, наверное, долго разговариваю. Компьютер у меня выключен, я вчера вообще не включала. И так спала намного лучше. Мне там сейчас проверять нечего. В банк не дозвонишь, хотела, у меня там рефанд пришел, деньги обратно возвратила, вот, и все остальное. В общем, так, ну, просто дала себе, как бы, там, день, несколько дней отдыха, а сейчас, где я сижу на стуле, у меня там собака лежит, ей удобно. И потом спать идешь, и намного легче спать. Ну, что, все это одно проверишь, что это надо, то это надо, и все это, все на компьютере, с компьютером. Раньше же было, вообще интернета не было. Вот так скажи. Дай нём-нём. Смотри, что скажи, пооткрывала все, а вон там еще какой-то был интересный голубого цвета. Для рук, для мытья рук. Ух ты, о, я накупила раритет. Вот так. Ладно, народ, всем здоровья, не дай бог что, чтобы никому эту коронавирус, это и ничего другое, не дай бог, не подцепить, чтобы все были здоровы. И в гармонии, и в счастье, и все, чтобы было у вас нормально, и вот так. Не только в это время, но и во все остальное. Вот так, чтобы все были здоровы. Это самое основное, как я говорю. Ладно, всем привет, всем пока.